Еще раз добрый день, дорогие друзья. На прогулке все те же. Все в том же составе. Вторая часть прогулки. 6 мая 2022 года. Вот эти два красавчика находятся в продаже. Это бело-рыжий Тамерлан и Роксолана. Рокси рыженькая. А еще у нас малышка Услада с нами гуляет. Вон там она носится бандосина. Шпулька такая. Юлюшка, гуляйте, ребят. Надо, чтобы я ходила, да? Вы без меня не будете гулять. Да я-то могу походить, только вы бежите к Барсе, дразните. А малышам все равно, они без меня бегают. Борюшка гуляет с вами. Гуляйте, гуляйте. К вечеру и рано утром у нас много комаров. А вот днем вот просто шикарно. Тихо, господи. Это бандит растет тоже. Шпулька. Вот это сыночек Тамерлана. Это мама Юля. Мальчик в продаже. Услада. Услада. Дочка вот этой рыженькой. Умы. Так. Лёва за Ксюшей. Триша туда же. Миша здесь. Ратибор с Дуськой. Все на месте. Никто не потерялся, да? Шо, что за прохвостина-то? У Слады носик коричневый. Как у мамы. У Роксоланы носик черный. Как у мамы кисы. Вот киса мама Роксоланы. Ох ты, Тришка несется. Красотулька. А у Ратибора носик черный, как у мамы Юли. О как. О как. У Тамерлана, извините, Ратибор вот тоже с черным носом, кстати. С предыдущей прогулки, когда у меня сел аккумулятор и видео уже не срабатывало, не хватало мощности аккумулятора для видео, у меня получились интересные фото. Сегодня буду ставить их на превью к этим видео. Сегодня еще, наверное, несколько дней, потому что очень много хороших фото получилось на зеленой травке. Такие яркие, сочные фотографии. Хорошо получились, ребята, на зеленой травке. Гуляйте, шпулькины. Да барсятка тоже хочет уже гулять. Шишку нашли, грызут. Вот здесь сосна. О, яблонька уже набирает бутончик. Господи. Фазанчики, вот так вот кричите, как будто не знаю. Прям страшно становится. Ласточки летают высоко. Значит, дождя нам не обещают. Так, там любовная парочка. Ксюша и Левчик возвращаются. Иди на солнце, Ксюня, веди Леву. Че ты его в тень-то утащила? Слада радуется. Перышко нашла от фазанчиков.
Фазанчики дерутся, перья летят. У сладко собирает. Дуся что-то докопалась. А, шишку ей надо отнять от Тамерлана, от Ратибора. О, Прокси несется. Вот шпулька. Роксолана мне Зоську напоминает по поведению. Такой же шелопоп. Что за она? Тебе сегодня как повезло-то? Со старшими гуляла, с младшими гуляешь. Дети спят и спят без мамы. Ксюша, веди Леву на солнышко. Я понимаю, тебе жарко, а Левка-то за что с тобой там по тенечку ходит? Угу. Дай парню погреться, хватит его там таскать по закоулкам. Дуська отняла все-таки у Ратибора. Вот как маленькая Дусь. Так, Миша! У Фредина! Так далеко уже ушли от Барси. Она все равно пошла и лает на вольер. Сейчас Барси разорется. Сидит собака со щенками себе спокойно. Никого не трогает. Миша чего-то не успокоится никак. Но нагуляются, будут спать. Лёва, Лёва, Лёва. Прям большой-пребольшой. Лёва у нас с 2 месяцев. Вот так как приехал, так сразу и... Ой, еще и зевает, притомился ухаживать за дамой. Боря пошел проверить, чем там Лёва занят. А Лёва заинтересовался, что с Дуся жует. Дуся, блин, я не знаю, как маленькая. Вот правда, говорится в поговорке. Хоть стар, хоть млад. Так, Лёва при счастье. Он дотянулся до Ксюшки. Кьянка у меня под ноги села. Делают взрослые опытные собачки, когда им надо, чтобы повязал их маленький песик. Они просто заваливаются на животик, и малышу можно дотянуться до них. Барсятик, подожди, погуляют вот эти малявочки, и с тобой пойдем, да. По очереди гуляем, чтобы вы не ругались. Вот Миша опять пошла ругаться с Барси. Миша! Вы вредная собака. Ай-яй-яй. Фимка жарко, черненькая, скажи. Господи, Фима, ты это чего? Вот у меня одна умная собака, Умочка. Сидит, никого не трогает, ни на кого не ругается, да. Ни с кем не дерется. Фима, что-то тебе приснилось-то? Спала, спала, лежала на травке.
делает. Где все наши малявки-то? Вижу Тамерлана, Ратибора. Самый послушный мальчик, от ног не отходит. На три шелопопа где-то носится. Так, Миша идет там, не торопится. Мишу, ты где ты там маленьких оставила? Вас, Барсик, нагуляются маленькие и спать пойдут. Че, Умка, тебе надоело в школе, да? Птюк-птюк. Что все скучковались-то, нагулялись? Давайте это видео покороче сделаем на случай, если Яндекс.Дзен не хочет загружать длинные видео. Не понимаю я, в чем причина. Некоторые видео не загружаются в Яндекс.Дзен. Ютуб загружает, Яндекс.Дзен пишет ошибка обработки. Так, Миша, ты что там подбираешь? Что-то Миша там нашла и кушает. Зону поведем к детишкам, а то дети там плачут. Она уже сегодня шикарно нагулялась. И увидимся с вами, дорогие друзья, в новых видео о жизни наших питомцев. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Сегодня еще будет видео о наших новых питомцах, в котором буду рассказывать много всего нового, интересного и, скорее всего, для кого-то даже полезного, кто интересуется этой темой. А мы потихоньку пойдем частями домой наших красавчиков. Надо Зону к детишкам отвезти, убрать отсюда течную Ксюшу, потому что она Левке не дает гулять. Дуся тут уже нагулялась. Ай, народ души. Вот Дуська необычно виляет хвостиком. Вот обратите внимание, как она смешно виляет хвостиком. Она делает какие-то определенные движения. Посмотрите, это бабуська. Прабабуська этих детишек наша Дуська. Старенькая наша старуська. Так, я сегодня буду заходить вот по этой лесенке. Мне так удобнее будет собирать всю малышню. Сейчас они у меня сами туда будут подниматься. А я их буду только заносить в дом. О, вишня. Вот как хорошо, да. Взрослые уже знают, что тут домой надо забираться. Малыши еще пока не знают об этом. Но как только они тут появятся, они все соберутся домой. Так, и пойдет гулять Барсюша. А завтра приедет Катюша с Даришкой. И будем гулять все вместе. Ух ты, господи, скажи, кто сказал, что я старушка? Ой, ой, на середине лесенки, говорит, я правда запыхалась. Но ничего, сейчас, говорит, я передохну и снова в путь. Скажи, никакая я не старушка. Когти отрастила, надо когти стричь. Дорогие друзья, всем пока-пока. И до новых встреч. Завтра будет много видео с Даришкой и Катюшкой. Может быть, послезавтра, потому что скорее всего, к вечеру поздно приедут Дарина и Катя. Но в любом случае на несколько дней, поэтому погуляем с Даришкой, с Катюшкой, с собачками. Дай бог, чтобы хорошая погода была без дождей. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока и до новых встреч!